Спасатели МЧС округа продолжают работы по подъему тел погибших водителя и пассажира грузовика. Напомним, 22 февраля машина затонула в Оби. По данным водолазов, она находится на глубине 24 метров. И вот сегодня спасательная операция продолжается. В ней участвует 18 человек и задействовано 5 единиц спецтехники. Однако работу водолазам осложняет сильное течение и практически нулевая видимость. Родственники одного из погибших мужчин сейчас находятся в селе Аксарка. С ними работают психологи. Новости нашего города будут следить за развитием событий.